По меньшей мере 2 человека погибли, еще больше 20 пострадали в результате крупного пожара в отеле французского горнолыжного курорта Куршевель. Огонь охватил верхние этажи здания, в котором располагались около 60 сезонных работников, в основном молодежь. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло в предрассветный час, когда большинство постояльцев спали. Пожар распространился в считанные минуты, людей спешно эвакуировали. Многие не успели взять личные вещи. Несколько человек оказались отрезаны от выходов, и им пришлось прыгать с балконов. Причины возгорания до сих пор не выявлены. Основная версия – неосторожное обращение с огнем. Мэрия Куршевеля открыла горячую линию в связи с инцидентом.